God see all. God, Бог все видит, вот. Правильно, даже в игре написано, Бог все видит. Вот ты курил за партами, там, не знаю. Ты жрал на ночь много, маму не слушался, вот, а Бог-то все видит. Канале, всем привет, с вами Бояра, продолжаем с Алли Фейс, четвертый эпизод, в той серии, мы как раз только начали четвертый эпизод, все выросли, мы живем в отдельной квартире, собственно, встретились только с Нилом, это бойфренд Тодда, вот, тут побегали, попрыгали, увидели, только нашли код от, нам надо поставить телефон на зарядку, да, у нас, потому что телефон разрядился, оказывается, почему-то Салли его не поставил, вообще непонятно, почему он его не поставил на зарядку. А, вот что я хотел, кстати, проверить. Здесь есть туалет. Я в туалет, по-моему, не заходил. Надо же посмотреть, как студенты за туалетом ухаживают. Ну, в принципе, неплохо, смотри. Молодцы, так все прибрано, чистенько. Правда, в розовых тонах. Это, наверное, все Нил. Это Нил по-любому все в розовые цвета сменил. Давайте сходим в гараж. Мы выяснили, что прошло то ли 5, то ли 6 лет, и все это время ребята ищут этот 403, 53, 64. И все это время ребята ищут признаки культа всякого, которого мы выяснили, где Эш в конце третьего эпизода упала. 403, 536, 536 и 4. И Enter. Хорошо! Зачем тогда нужен был код, который дал нам Вильзевул? Вообще непонятно абсолютно. Доска. Поверить не могу, что мы работаем над этим уже 5 лет. Да, я говорил 5 лет. Такое ощущение, что чем больше связей мы находим, тем запутаннее все становится. Ищем. Культ до сих пор продолжает деятельность. Если да, то куда они подевались? Кстати, да, они затихли. Ну, 5 лет нет ни слуху, ни духу от культа. А вот эти лампочки зеленые, я их помню. Спасибо Робу, что дал нам денег на новое оборудование. Когда он узнал, чем мы занимаемся, решил, что мы настоящие ловители привидений. А чё? Не понял сейчас, чё. А, там кассетка лежала, я кассетку взял. Окей, давайте послушаем. Я видела белый мужской силуэт. Он чем-то важен, я чувствую. Словно какое-то давление, воспоминание. А, давнее воспоминание мелькает в закромах памяти. Его облик ускользает от меня. Он то появляется в поле зрения, то исчезает, как будто он заперт в параллельной реальности. Фантом, находящийся вне деятельности. Или, возможно, фантом тут, а он находится в мире живущих? Я кричу, взывая к нему, но не думаю, что он видит или слышит. Но тут, ну-ка, подожди, я хотел почитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, вот смотри, 9 кассет. Скорее всего, пароль, который мы увидели у Вильзевула, 3-4-2-6-9-7, это в этом порядке, надо будет посмотреть видео. Может быть, я не знаю. А, да-да-да, не хотел я смотреть. Да, не хотел я это смотреть. Может быть, так и есть, я не знаю. Ну, кассетки, видимо... Ну, знаешь, это надо будет ходить вообще, изучать каждую комнатку, чтобы в каждой комнатке найти эту кассету. Ну все, наверное, телефон зарядился, пойдемте проверим телефон. Ну, видимо, да, нам сюда нужно было попасть только ради того, чтобы... Здорово. Здорово, Гизмо! Мяу! Вот, чтобы сюда... О, та-та-ра-та-та-ра-та! Вот это вот внезапно... А, секундочку. Продолжаем. Отвлекли меня тут, надо было срочно ответить на телефонный звонок. Собственно, да, комната Сало. Сали телефон проверяли. Кажется, зарядился. Ларри прислал несколько сообщений. Давай смс-очки считать, давай. Использовать. А, это Ларри нам пишет. Не спишь? А как ответить? Уже нет, что такое? А, то есть он сам отвечает. Чё-то не так с апартаментами Эдисона. Помимо призраков в жутком подвале? Я серьезно, скоро буду. Дай мне пару минут. Окей, напиши, как будешь готов. Ой, знаешь, это вот древний сленг, этот К, ОК, БУШ, сокращение, вот эти там, ПТ. Ну да, скоро мы так и будем общаться. По одной буковке будем общаться, и все друга понимать будут. Странно. Готов. В пути. Окей, в апартамент Эдисона, судя по всему, надо идти. А меня даже не спросили, хочу я туда идти или нет. Может, я не хочу, может, я хотел кофейку попить. А вот, кстати, долбится тут. Ой-ой-ой. Да, эпизод 4, суд.
О, судья прикольный. А где прокурор? Ваши слова довольно сильно разнятся с вашей изначальной историей, мистер Фишер. Разве вы не утверждали ранее, что поддерживали общение с Ларри Джонсоном? Утверждал. Вы признаете, что врали в своих изначальных заявлениях? Да. Я находился в состоянии шока и думал, что правда лишь усугубит положение. Что мне никто не поверит. Я не знал, как поступить иначе. И как же нам теперь верить вашим словам? Как разобраться, где правда, а где ложь? Кроме правды, у меня ничего не осталось. Важно, чтобы люди прислушались к моим словам. А поверят они им или нет? Что ж. Ради же их блага надеюсь, что поверят. Это угроза? Это предупреждение. Вы хотите, чтобы мы поверили, что Монокфилу до сих пор разгуливает убийца? Что представлены сегодня улики, кровь жертв на вашей одежде и коже, отпечатки ваших пальцев на орудии убийства, записи с камер наблюдения, показания свидетелей, что все они призваны вас подставить? И кто же потрудился так? Полиция округа? Если суд не возражает, я хотел бы продолжить давать показания. Эту историю важно рассказывать в хронологическом порядке, чтобы избежать выдергивания деталей из контекста. Ну, еще сильнее, чем они были уже выдернуты. Вот это, кстати, да, вот прокуроры это могут. Знаешь, вот есть огромная история, и из нее вот эти вот все следаки, они выдергивают, знаешь, вот эти вот самые интересные только моменты, которые типа тебя могут дискредитировать. А вот из контекста, в контексте вот все не так. Ну, да, такие-то. А суд не возражает. Прошу, продолжайте дачу показаний, мистер Фишер. Но запомните, ответить на вопросы обвинителя вам все-таки придется. Я на все отвечу. Продолжайте. 081486, кстати, у него значок заебал. Чувак, говорю тебе, что-то явно не так. Ты снова видел демона? Не, я не видел его с тех пор, как мы его 100 лет назад вынесли. Да я утром взял супергербу и все здание прочесал, но ничего не нашел. Все призраки куда-то пропали чуть ли не месяц назад. Как-то странно. Хотя это может и неплохо, может они наконец смогли отойти в лучший мир? Не знаю, мужик, у меня какое-то нехорошее предчувствие. Как будто у меня под кожей что-то копошится, в черепе скребется, словно затишье перед бурей. Я это чувствую! Что? Доживем. Я тоже его испытываю. Будто все в тумане, а за ним что-то ждет, притаишься. Да, именно. Но чтобы не было источник в апартаментах. Ну что, посмотришь со мной или так? Сейчас, погодите, у меня тут... Ужас, ужас. Конечно, посмотрю. Все, пойдемте в апартаменты. А где... Сходим за Тоддом? У него сегодня занятие. А, точно, я надеялся, что он сделает новый гаджет или типа того. Он работает над чем-то, но мне кажется, еще не закончил. Модификация гитары наконец завершена. Но тот так и не показал мне, как ей пользоваться. Лучше с ней не баловаться. Надеюсь, она будет работать лучше, чем та штуковина в виде коробки, которую он сделал в прошлом году. Точнее... это был... Это можно было идти и все это время общаться, окей. Ну что, готов? Почти! Что там? Почти! Хочу перевезти все, что осталось на выходных. Наконец-то переберусь из своего подвала. Невероук Cemetery. Кладбище какое-то Невероком. Так, мы это уже прочитали, так. Круто. Тот сказал, что мы можем взять фургон. Нет, вообще, как бы, это должен быть Министерство Фелпс. Но, походу, это этот монастырь Фелпс. God see all. God, Бог все видит, вот. Правильно, даже в игре написано, Бог все видит. Вот ты курил за партами, там, не знаю. Ты жрал на ночь много. Маму не слушался, вот. А Бог-то все видит. Привет, что? Привет, Сал! Да? А, что, если уже нельзя ничего исправить? Типа мы все единственные, кто пытается что-то сделать. Думаю, остальные предпочитают просто игнорировать тот факт, что все катится к чертям. Сечешь? Чуть я с вашими этими министрами потерял суть нить разговора. Но почему, не понимаю, почему они такие счастливы? Может, потому что нам не насрать? А может, мы не сможем смотреть сквозь пальцы на всю херню, которая тут происходит? Наверное, даже не знаю, чел. Да. А они так-то, смотри, они недалеко живут. Ну, сколько мы шли пешком? Ну, так, на вскидку, ну, может, минут 15, да, мы шли пешком. Ну, так, если немножечко
экстраполировать их шаги на время, затраченное в пути, то, скорее всего, да, минут 15, то есть за городом. Ну, апартаменты Эдисон уже за городом, а они еще в загороде живут. Окей. Кажется, про бурю ты не ошибся. Вот мы снова в апартаментах Эдисон. Кстати, смотри, такое ощущение, что у Ларри бицушка подросла. Смотри, он прямо такой этот стал. Тверденький. Что ж, вперед. Погнали. Так, а что надо сделать там? Задание. Обыскать апартаменты. Окей. То есть полностью вообще все надо обыскивать. Давай тыкать все. Все подряд будем энтерить. А что-то все крупнее стало, или мне кажется? 104-й, пошли. По очереди сейчас. Мистер Эдисон, так давно тут все складывает, что наверняка уже не помнит, что в коробках. Но в них наверняка полно вещей, его почти в семьи. В некоторых, а в остальных старая одежда, чайные сервизы, кулинарные книги, просто куча старой херни. Ларри, чё? Ты копался в вещах Терренса? Ем, естественно, чел, как и мог в них не копаться? Он же из комнаты никогда не выходит. К тому же я хотел убедиться, что он не связан с культом и ни при чем не прячет тут трупы, если еще какую-то дрянь. Но тут только скучные стариковские манатки. Ну что ж, логично. Ну да, так, с одной стороны. Нам, видимо, кассетки надо искать. Нам говорят, ходи по комнатам и ищи кассетки. Поэтому я буду затыкивать все полностью энтером. Когда в следующий раз решишь сунуть нос куда не следует, не забудь меня позвать. Эх, обязательно! Ну да, смотри. Типа, нахера ты смотрел чужие шмотки, но без меня? Что там, чайку? А, добрейшего утра, юные сэры. Как вы себя чувствуете этим прекрасным днем? Неплохо чувствуем, а вы? Я просто замечательно. В апартаментах в последнее время очень спокойно. Но, конечно, мы скучаем по своему дорогому Салли Фишеру, и с Ларри тоже будет грустно расставаться. И я буду скучать по этому месту. Но пора, наконец, выбраться из подвала. К тому же, живем мы буквально через дорогу. Понимаю, наши юноши совсем выросли и готовы к следующему этапу своих жизней. Рад за вас обоих. Знаете, мальчики, я желаю вам всего самого лучшего. Вы достойны этого. Спасибо. Спасибо вам, Терренс. И все? А чаю? Нет. Зажал чай. Напомни, почему вещи Розенберг оставили тут? Эдисон до сих пор считает, что она уехала отдыхать или вроде того, и что она вернется. Ну вот уж не думаю. Это, короче, бабуля. Это бабуля, это которая... Салли, моя девочка, как ты выросла? Сейчас бы она сказала нам: ой, как ты выросла, где ж твои косичечки? Я так скучаю по твоим косичкам. На, Салли, девочка. Да. Я до сих пор не уверен, что с ней произошло. Ты говорил, что она типа исчезла, да? Да, но не только. Перед тем, как исчезла, она стала призраком. Мне кажется, она была не совсем человеком. А, да, помню, ты говорил. И она какое-то время состояла в культе, но потом остановила их или попыталась остановить. Так что она была очень старой. Ой, как сложно. Блин, мне кажется, ну, вряд ли пришельцами, вряд ли демоном, потому что демона мы как бы красного убили. Скорее всего, действительно, она просто была ведьмой, знаешь, старой ведьмой, и поэтому могла противостоять культу. Было бы логично. Вот если у нее были способности, зачем Розенберг болталась в этой квартирке? Может, она была слишком старая или просто сдалась? Будь у меня способность, я бы никогда не вышел на пенсию и постоянно бы вляпался во всякое дерьмишко. Ха, я и не сомневаюсь. Ну да. Не, ну да, Ого! Что такое? Заметил. Что там? Это зуб. Фу, чувак, ты подобрал его голыми руками? Ну не оставлять же его здесь. Что если он мне нам понадобится для чего-нибудь? Да какой наляд нам может понадобиться зуб? Привет, я Салли Крамсалли, это мой друг Ларри. Мы исследуем паранормальные явления и оккультную деятельность Ноксвилля. Здесь творится всякая чертовщина. Это он с зубом, видимо, общается, да? Верно подмечено. Что? Что за зуб? В натуре зуб. 2 из 5. Е. Окей. Зубы будем сверлить. Не, ну зубы хорошо, зубы надо беречь. Вот видишь, зубы не бережешь, они уже начали выпадать. О, это же бу-бу-бу. Да, чего тебе, Сал? А он что здесь делает? Здравствуйте, миссис Гибсон, мы хотели... Ну что ж... А, ну что ж, обычное дело. Да-да-да, это вообще... Она вечно, она в... Я еще, кстати, ни разу ее не видел, ни в одной из эпизодов она не вылазила. Она вот только наполовину открывается и бубнит. Да уж, эта дамочка обид не прощает. А что случилось-то? Что мы ей сделали? Я не помню, чтобы мы что-то ей делали. Блин, наверное, логичнее с 5-го начать. То есть мы на первом сейчас были. Давай на 5-й съездим. Потихонечку, помаленечку будем исследовать
старые апартаменты. О, что там? Подожди, там что-то есть. Вот там зеленая дырка, там что-то есть. Ну и ладно. Пресвятые фикашки! О, это наш старый друг Бомж. Он в самой первой части здесь был. Это Бомж-призрак. А вы совершили ошибку. Какого черта, мужик? Нам всем придет конец. Да? Что ты вообще несешь? Тебе нельзя здесь находиться. Тьма сгущается. А? Этот хрен напугал меня до усрачки. И я, кстати, уже видел, как этот бомж здесь спит. Интересно, что он имел в виду? Как по мне, так это просто бред сумасшедшего, чувак. А есть зуб? Ага, вот вижу зубик. А вижу зубик, еще зуб. Ага, это, наверное, подсказка или типа того. 5 из 5. Во, он на каждом этаже по зубу. То есть на втором нашли. Мы нашли на... Подожди. А, ну да, мы нашли на втором, на первом мы не нашли, скорее всего, первый в подвале, потому что. И... Нет, подожди, мы на первом нашли. Да, короче, разберемся, ладно. Че сейчас это голову морочить? Окей, нам надо собрать зубы, я понял. А зачем? А чьи это зубы? Для кого они? Ну, пошарохаемся везде потихоньку. Зубики, есть, да, клеточка. Так, и зуб рядом лежит, да? Хм. Что? Похоже, на дне птичьей клетки скрытая панель. Не замечал ее раньше. Странно! Один из винтов отсутствует, будто кто-то уже пытался ее снять. Чтоб ее снять, мне понадобится отвертка или что-то типа того. Ладно. Зубик есть? Нам надо найти отвертку. Ну, вот сейчас хорошо, смотри, то есть ты параллельно идешь по всем комнатам и параллельно понимаешь, собственно, логично, что тебе нужно дальше находить. Потому что до этого загадки были такие, что непонятно было вообще, что делать и где искать. Ты тупо шел наугад. А, кассетку вижу! Кассетку вижу. Ага, кассеточка. Кассеточку посмотрим. Так, мы где-то потеряли. Голод. Блин, их так-то надо... Ой, что с тобой? Голод раздирает мой живот. И все же я пока не умерла. Сколько времени прошло в этой бесконечной ночи, понять невозможно. Ей, кстати, хреново становится. Смотри, она какая-то это... Венки пошли по лицу. Но это мимические морщины со старостью, такое бывает. Как долго я гнию в этой... тюрьме. Без еды, без света, без сна, без связи. У меня ничего нет и ничего. Проблески жизни вдалеке, до которых не дотянуться. Хотела бы я, чтобы они открыли эту грёбаную воронку, чтобы разодрали этот мир чертям, чтобы все это закончилось. Мне нужно, чтобы это закончилось. Ладно. Нужно так, нужно что-то карать-то. А есть зубики-то? Смотри, какие я заметил вообще. Ну, знаешь, иногда предметы, они выбиваются из общей концепции. Ты как бы смотришь на экран, абстрагируясь от всего, не в какую-то точку определенную, а ты вот просто смотришь на экран в общем и замечаешь просто предметы, которые логически тут как бы не должны быть. Вот это как-то так работает. Че, а Меган тут, кстати? Меган. Ау, вот и здесь. Кстати, она крестик забрала, смотри. На, супергерб, бой, тишина. Эй, а куда делся ожерелье? Во, я же сказал. Я не заметил, что она пропала, странно. Может, поэтому она к нам и не выходит? А что насчет остальных? Не знаю. Да, я же говорю, что это... Крестик, вот здесь крестик висел, Меган. Мы когда с ней пытались связаться, там был крестик. Вот кто-то стырил крестик. Это бомжара тот, по-любому. Стырил крестик, и все, и началось. Это ты доски убрал? Да, утром, когда все осматривал. Ну ладно, давай заглянем еще раз. Здесь этот... здесь дама была с перерезанным... лицом, шеей, так сказать. Дырочка, дыра, я помню. А, в дыре мы убили демона, по-моему. Как раз. Ну, давай посмотрим. Стейси, ты здесь? Супергербой молчит. Тогда и ты мне, у тебя он вообще не работает. Я всегда с гербоем ходил, он всегда зеленый был, всегда работал. Стейси всегда было сложно призывать. Я совсем не удивлен, что и в этот раз она не объявилась. Ты прав. По крайней мере, надеюсь, что она с Меган. Это мама Меган, да. А папа у них был... Папа, по-моему, стал демоном, насколько мы выяснили. А, так сказать, друг семьи, любовник, это чувак, который плакал в туалете, по-моему, он на 4-м или на 3-м этаже. А, нет, он в комнате у Тодда. Тодд жил на 2-м этаже, значит, он там жил. Который плакал постоянно. Да, вот здесь мы демона убили. Я помню. Да.
Вот тут вот чувак и повесился. Столько смерти и разрушений под одной крышей. Ага, мне очень жаль семью Холмсов. Они не заслужили того, что с ними произошло. И как бы мне не хотелось ненавидеть Люка за то, что он натворил, я испытываю к нему лишь жалость. Он навлек на себя беду, когда решил помочь совету с призывом демона. Отстойный, что ему пришлось тянуть в это и Меган, и Стейси. Думаешь, он правда мертв? Красноглазый демон? Ага, я знаю, что Бластер Тодда, скорее всего, уничтожил демона. Но это было слишком просто, тебе не кажется? Понимаю, о чем ты. Раньше я тоже так думал, но уже несколько лет не было и намеков на его появление. А что, если мы типа только ранили его, а он теперь ждет, что где-то во тьме набирает сил? Тогда мы снова отправим его в ад, как только он появится. Ну ладно. Ладненько, давайте, ребят, на этом закончим, продолжим в следующей серии. В общем, неплохо, в принципе, неплохо, забавно, весело, прикольно было. Я, кстати, сам в начале серии забыл сказать, что нужно подписываться на канал, ставить лайк, дизлайк, обязательно комментировать, подписываться на все соцсети, ссылочки внизу в описании есть, также подписываться на стрим канала, на котором иногда бывают веселые стримы, иногда не очень, иногда веселые, да. В общем, да, все нормально. Ладненько, ребят, с вами был Бояра, до новых встреч на канале и всем пока-пока.